пользуется бандикам. Вот. Вы его скачиваете. Вот, сам бандикам. Посмотрите, если на окно DirectX Open GL, то он снимать просто не будет. А область экрана можно. А потом можно нажать. Вот. Там есть такая кнопка наверху, такой квадратик. Нажмите на него, и будет на полный экран снимать. Итак, основные. Вот. Вот куда выходить будут? Вот у меня вот в эту папку. Сейчас у меня не... Вот. Вот тут у меня видео. Одно есть. Итак. Вот, бандикам сейчас поверх других окон, этого нажимать не надо. Без авторазрешения, автозавершения не надо этого нажимать. Вот что-нибудь крутое вы скажете, а он уже закончил снимать. Старт, стоп. Вот у меня старт, стоп, вот сюда нажимаете. Старт, стоп, пауза, ой. Вот нажимать старт, стоп, пауза. Вот у меня старт, стоп, ноль. Пауза 9. И значит, если даже был 0, у меня закончит снимать, 9 пауза будет. Итак, вот тут фигня какая-то, ее просто не меняйте. Так, без курсора, эффект щелчков вышел. У меня так-то без курсора, но есть эффект. Вот посмотрите, если нажмем, будет вот такой красный кружок. Клавиша F11, это оставьте, повторяй захват не надо. Но это если вы фоткаете, так что это просто вообще не трогайте. А программа, вот бандика, вот версия его. Не зарегистрировано. Если хотите записать без логотипа на видео, тогда вот вся эта фигня. Ну ладно.